Ребят, быстро делаю шаурму. Вместо майонеза у меня сегодня сметана. Вот здесь вот такой лаваш. И я его уже вот как-то, чтобы удобно, намазала. Сейчас я ее посолить. Лавашек. Ах, какая сметанка. Поперчить. Лишь бы не переборщить. Хватит, наверное. Я уже порезала овощи. Вот тут у меня все включено сразу. Весь салат. Кладем. Можно перемешать. Овощи у меня порезанные. И я опять же их посолю. И знаете, что я сделаю? У меня есть кусок сыра. Так как у меня не майонез, я положу сырок. Сырок положен. Почисто, но еще, естественно, не все. Я не знаю, курочка. И положу курочку. У меня остатки грудки. Была вареная грудка в холодильнике, в морозилке, вернее. Я ее подрезала, порезала. И все. А теперь будем закручивать. Давайте вот так, чтобы вам было видно, да? Как вам видно, нет? Вот эти края тоже загибаем. В общем, крутим, как ребенка. С лаской и любовью. Ну. И вот такая шаурма у меня готова. А осталось только положить на сковородку гриль. Сейчас положим. Сковородочка наша погрелась, я ее положила. Ну и минут по 5, по 7 стоит с этой стороны. А пока ставим чайник и готовимся к мукбангу. Приятного аппетита!